Ну а решение назначить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева председателем Высшего Евразийского экономического совета российские эксперты называют закономерным. По мнению политолога Сергея Арикеды, в этом статусе Ельбасы станет ориентиром для дальнейшего развития евразийской интеграции. На мой взгляд, вполне логичное такое предложение и решение в силу того, что Нурсултан Абишевич сам был инициатором евразийской интеграции, и во многом за счет его авторитета продвигалась вперед все эти годы идея евразийской интеграции. Поэтому вполне логично, что сейчас именно он занял эту почетную должность, которую, я думаю, учитывая и характер Назарбаева, не будет нечто церемониальным, а может вполне играть эффективную рабочую роль в деле развития Евразийского экономического союза. Я думаю, что во многом Назарбаев на этой должности будет камертоном евразийской интеграции.